I've always liked to play with fire. Это что еще за... Ну, наконец-то мы выбрались из этой студии на улицу. И, наконец-то, мы будем снимать на свежем воздухе. Кто же это вдохновил Вику снимать на свежем воздухе? Да научись же ты уже нормально обрезать видео, бесишь! Ты случайно не знаешь? К примеру, я ничего не знаю. Я просто однако-одноминака. Пушкин! Пошутил, брат, смешно, ору, слюша. Только смешно мне еще никогда не было. А старые шутки всегда зачет, слушай. Все, не шути уже, не смешная вот нифига. Закр... Люди, я маленькая бактерия. Летающая бацилла. О, да. Всегда это знал. Доширак, рак, рак, доширак, рак, рак. Доширак, кряк, кряк, доширак, кряк, кряк. Это типа новая реклама доширака, или я что-то не понимаю? Ты не уточка, поэтому ты ничего не понимаешь. Кушать дошираки могут только уточки. А ты не уточка. Ты не знаешь всю правду обо мне. Пикачу, я вызываю тебя. Бэй, без правил! О-о-о, намечается что-то эпичное. Поищите за попкорном, сгоняю, ща приду. Хорошо живется. Ах да, попкорн. Пожар на студии. Жопа. Маленькие бациллы должны улетать. Я не знаю, куда они должны улетать. Все сложно. О, великий Трикоша, спаси меня. Ух, все, я устала. Да, я в принципе тоже. Короче. В общем, это. Go в студию. Слушайте, ребят, попозже зайду вот, да? Не заходите на студию, блин! О боже мой, что ж там такого случилось? Вик, ты чё? Там какой-то дуб, короче, пожар... Что? Там, короче, какой-то дуб пожар устроил. Нихуя! Серьезно? Рили? Но... Да! Ребят, вы чё орёте все как резаные? Так, Блэд, а где пожар? Топэ, а где дым? Ням-ням, где пожар? Каев, я всегда знала, что ты какой-то маг. Да вообще персик. Слушайте, ребят, знаете кто? Ты! Кто? Ты! Поточнее. Она! Это ты! Это ты! Так вкусно пахнешь сегодня?